Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец. Сегодня с вами будем делать самоделку. Самоделку будем делать из обрезков фанеры. Самоделка довольно-таки простая. Любой желающий сможет ее сделать. В изготовлении занимает совсем не очень много времени. Но в то же время будет очень полезно в любой мастерской и каждому мастеру. Но прежде чем мы приступим к изготовлению данной самоделки, хотелось бы немного заострить внимание вот на моей системе хранения инструмента. Как вы уже заметили, в конце декабря у меня появилась вот такая система хранения, вот эти панели. Заказывал я ее из Перми, то есть производитель находится в России, компания называется Toolboard. Доставляли мне с деком. Можно выбрать наборами, есть профи, новичок, то есть любой желающий для себя может подобрать определенный набор. Еще один большой плюс — это то, что всегда можно связаться, если у вас какие-то возникли вопросы. Допустим, я связывался через группу ВК, буквально моментально мне отвечали на каждый вопрос, который я задавал. Сами панели идут различным цветом, белый, синий, красный. Ссылку оставлю внизу под описанием, можете посмотреть. Как кому интересно, также напишите комментарий, могу сделать более детальный обзор на данную систему хранения. Ну а мы приступаем к изготовлению нашей самоделки. Thank you.
Так, друзья, клей высох. Все составляющие нашей смазки мы сделали. Итак, получилась вот такая деталь склеенная. Одну мы сделали вот такую. И вот такая идет. Здесь гайку я запрессовал в тисках. Так, можно приступать к сборке. Так, для начала собираем вот эту деталь. Есть у меня шпилька, восьмерка. Накрутил две гайки. Ставим шайбу. Одеваем вот эту штуку. Опять шайбу. И самоконтрящаяся гайка. Нужно законтрить так, чтобы вал спокойно вращался. То есть наша шпилька спокойно вращается. И теперь наворачиваем вот эту гайку. Намазываем это клеем и приклеиваем. Теперь зажимаем струбцинами. Ждем, пока высохнет. Так, обрезал края. Теперь нужно усилить вот эти части. Вот эту линию, эту. И вот здесь. Хочу сейчас все это дело покрыть маслом. Масло использую для кухонных столешниц и рабочих поверхностей от торгового дома Мартьянов. Кстати, внизу под видео будет ссылочка. То есть по этой ссылочке вы можете купить любое масло или колера со скидкой 10%. Я думаю, каждому будет такой бонус приятен. Ну а мы продолжаем. Сейчас все я покрою это маслом и потом покажу уже готовый результат. Итак, друзья, вот как выглядят заготовки, когда обработаешь маслом. Просто приятно смотреть, классно. Давайте соберем, попробуем в деле. Вот такая вот получилась у нас струбцинка. Давайте сейчас попробуем, затестим ее. Здесь у меня два обрезка ЛДСП. Допустим, нам нужно их скрепить вот таким способом. Ну или, допустим, придержать как-то, зажать. Наша струбцинка как раз будет незаменимым помощником. Откручиваем струбцину. И, допустим, я сверху, можно снизу, допустим, на струбцину положить и таким способом зажать. Я буду вот таким способом. Зажали, посмотрели, углы все совпадают и чуть подтянули. Все. Как видим, получилось все очень ровно. То есть каждый уголочек все четко. Допустим, и сейчас мы можем просверлить два отверстия и закрепить, соединить две наших заготовки. Затем ослабеваем струбцину и вытаскиваем. Вот такая вот получилась струбцинка. Довольно-таки быстро делать. Очень простая, но в то же время очень полезная. Думаю, будет каждому мастеру. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!